Отмечает великий праздник, 94-ю годовщину Советской армии военно-морского флота. Позвольте мне поздравить вас с этим великим праздником. Ура, товарищи! Ура! Спасибо. А это 11-й номер. Нормально. Февраля в 9 часов на сайте Прима-Медиа появился материал под названием «Талонная агитация во Владивостоке заставила содрогнуться пенсионеров и молодых мам», где отмечено, что красочные вывески обещают, что продукты после 4 марта будут продавать с ограничениями. Если за коммунистов проголосуете, будет как в СССР. Все по талонам. Далее речь идет о возвращении таких атрибутов коммунистического прошлого, как железный занавес, возможный дефицит товаров в России и в Приморье. Вот кто может поверить в эту гнусную ложь? Комитет Владивостокского городского отделения КПРФ заявляет, что все вышеизложенное и размещенные на Прима-Медиа, на Прим-ТВ, новостных выпусках при ПТР, гнусная провокация, цель которой методами эббельсовской фашистской пропаганды посеять страх и панику среди населения накануне выборов, вызвать ненависть и отторжение КПРФ и нашему кандидату в президенты. Это город партизан, это Кавалеровский район, и всего три голоса нам не хватило в Олдинском районе. Но это по официальным данным. Вокруг нас много происходит, вещей которых не понять. Но главное — быть человеком и облик свой не потерять. Уважаемые товарищи, я прошу вас, убедительно прошу вас, поддержать нашего кандидата. Будем мы обречены. И удостоверение Союза Советских Офицеров вручается тоже товарищу Ломихину. Удостоверение Союза Советских Офицеров. Поздравляем! Всю трудовому народу! Ура! Ура!